стикеры были очень полезными. Я думаю, что это помогает молодежным центрам становиться лучше в плане контента, в плане мероприятий. Это расширяет наш кругозор, это здорово. Публика очень живая, очень интересная. Независимо от того, что мы уже в конце дня проводили нашу беседу, тем не менее, силы еще остались у всех и проявляли интерес и давали обратную связь. Это прекрасная идея этого образовательного интенсива в том, что здесь собрались не только менеджер по связям с общественностью, но вот я знаю, что было несколько специалистов по работе с молодежью. Думаю, что им тоже было очень полезно пообщаться с менеджерами, пообщаться со спикерами, ощутить вот эту вот такую рабочую, здоровую, хорошую, позитивную атмосферу. А менеджеры по связи с общественностью встретились, познакомились, тех, кто друга не знали, обменялись какими-то последними новостями, обсудили то, что сегодня им рассказывали эксперты, как это можно применить в своей работе уже, по сути, каждому центру.